В Люберецкой областной больнице урологи удалили гигантское новообразование и спасли пациентке почку. Врачи назвали этот случай редкостью не только из-за размера опухоли, но и ее расположения. Подробности этой истории в сюжете. Пациентка обратилась к нам с крупным образованием нижнего полюса правой почки. 8×5 сантиметров приблизительно. И особенность ее была в том, что она исходила из нижнего полюса и распространялась на области ворот почек. Чтобы было понятно, это область, где проходят основные сосуды. Почечная артерия, почечная вена. Еще одно чудо в копилку люберецких врачей. При таком сложном случае им удалось прооперировать пациентку и сохранить ей жизненно важный орган. Через 4 прокола под телевизионным контролем медики отделили опухоль от здоровых тканей и при этом не задели сосуды почки. На самом деле это достаточно редкий случай, потому что такого размера новообразования достаточно редкость. То есть таких образований мы встречаем мало. Пациентка поступила в плановом порядке по направлению поликлиники. Отмечала незначительные боли в поясничной области, которые возникали у нее в состоянии покоя. И больше других жалоб она, собственно говоря, не предъявляла. По мнению врачей, новообразование было доброкачественным. Чтобы убедиться в этом, гигантскую опухоль отправили на исследование. Предположение медиков подтвердилось. Сейчас пациентка уже выписана на амбулаторное лечение. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ.